В минувшие дни в Махачкале состоялось совещание под руководством заместителя председателя правительства Республики Дагестан Абдурахмана Махмудова, в ходе которого были подняты вопросы введения в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и участковых больниц, возводимых в том числе в рамках государственной программы Республики Дагестан «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан». На встрече вице-премьер также отметил, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить ход строительства быстро возводимых модульных конструкций и узнать причину затягивания срока ввода. В Дагестане запланирован монтаж 87 быстро возводимых модульных конструкций, а в текущем году предусмотрен монтаж 27 объектов на сумму 575 миллионов рублей. Абдурахман Махмудов также поручил обеспечить ежедневный контроль за ходом строительных работ и присутствие на строительных площадках рабочих строительно-подрядных организаций и проведение работ по подведению коммуникаций ЖКХ к вновь возводимым объектам. В период заседания с отчетом также выступил представитель ООО «Интекс» Омар Омаров. Он сообщил, что у компании заключено 5 контрактов с Минздравом Республики Дагестан на строительство 14 БМК. На данный момент работы по 4 фельдшерско-акушерских пунктов завершены. Осталось получить санэпидзаключение в Роспотребнадзор для последующего получения лицензии. В завершении совещания председатель правительства Республики Дагестан сообщил, что каких-либо рисков нет. Капремонт и строительство всех объектов будут завершены, отметил, что крайний срок сдачи объектов 15 декабря.